Атлантик. Мэриан Тейлор. Минуточку терпения. В Майами есть и другие отели. Да-да, простите. А в чем проблема? Мы оформили заказ номера полгода назад. Я знаю, просто мне не найти его. Ну а где Лиза? Нас всегда обслуживала Лиза. Знаю, мэм. Она в отъезде, у нее умерла бабушка. Вы Синтия, да? Да, сэр. Что для вас будет хуже? Потревожить ее или вызвать сюда начальство? Ладно. Я далласские водилы! Стиви Уандер и тот лучше водит! Не волнуйтесь, вы успеете на самолет, у вас... 10 минут! Лиза Райсерт? Лиза, это я. Прости, что звоню, но я не нашла другого выхода. Нет-нет, Синтия, ерунда, спокойно, в чем проблема? Боб и Мэриан Тейлор. Да, постоянные клиенты. Да, так вот, кажется, я удалила их заказ, никак не привыкну к новой программе. Кстати, у меня есть подтверждение заказа. Вот квитанция. Я скачала ее из интернета. Да, лично. Да, миссис Тейлор, успокойтесь. Нет, не говори этого, нет. Успокойтесь. Нет, ты подумай. То есть как это успокойтесь? Мы были очень спокойны пока что. Простите меня. Лиза? Так, скажи им. Еще минутку, и вы будете довольны, обещаю. Еще минутку, и вы будете довольны, обещаю. Ну, смотрите. Введи мой пароль. 78... Постой. Пап? Лиза? Ты можешь подождать? Конечно. Итак, 7884 Эл Райсер. Лиза, простите, что беспокою. Да-да, ничего, все нормально. Ты открыла? Да, что теперь? Так, открой папку «Кризис». Там список свободных номеров. Посели их на четвертом этаже. Сегодня и завтра без оплаты. Хорошо, секунду. Итак, все утряслось. Сегодня и завтра без оплаты. Если что-то вдруг не так, обращайтесь ко мне. Ни за что. Видишь, я в этом не виновата. Как всегда. Все нервы истрепали. Вредные до жути. Синтия, клиенты бывают не вредные, а с особыми запросами. Приехали. Возьмите.